Фестиваль открывался с выставки икон, изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства на церковную тематику. Зрителей ожидала обширная конкурсная программа. Выступления певческих коллективов, среди которых академические, камерные, церковные хоры, ансамбли духовной музыки. Участники исполняли произведения богослужебного характера, светские песнопения, псалмы, колядки, духовные стихи. Наш курорт достойно представил хор «Державный глаз», лауреат всероссийских и международных конкурсов. В прошлый раз коллектив был удостоен третьего места. На этот раз хор стал лауреатом второй степени. Наш репертуар заметно увеличился и усложнился. Конкретно на данном конкурсе, на конкурсе «Господи возвах», мы представляем молитву «Достойно есть» знаменного распева в гармонизации и молитву в «Взбранной воеводе» на музыку известного церковного композитора Александра Архангельского. Впечатление фестиваля оставил яркие и глубокие. Настолько, что зрительный зал финальное песнопение исполнял стоя.